Традиционно весной и летом Госсадом Технадзор Московской области проводит мероприятия по проверке садоводческих некоммерческих товариществ. Инспекторы территориального отдела номер 25 посетили СНТ «Солнышко» и СНТ «Победители». Основные вопросы, которые мы рассматриваем, это наличие оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора, наличие заключенных договоров на вывоз мусора, действующие вопросы содержания прилегающей территории, прилегающих к ограждению, вопросы производства окоса травы вдоль территории СНТ. В ходе рейда были выявлены лишь незначительные нарушения. Есть контейнерная площадка, установлен контейнер, но есть переполнение, что недопустимо. По данному вопросу будет приглашен председатель данного товарищества и составлены соответствующие документы административного воздействия. В течение ближайшего времени будут проверены все СНТ района. Поэтому их управляющим надо заранее позаботиться о приведении в порядок контейнерных площадок и прилегающих территорий в соответствии с нормативами. Порубочные остатки, то есть ветви кустов, деревьев, сухостой складируются на прилегающей территории, что создает дополнительные сложности и создаются такие очаговые навалы мусора. Они прирастают еще и бытовым мусором. Поэтому мы боремся с такими вот проявлениями. Госсадомтехнадзор не ограничится только проверками. Планируется провести на территории Ленинского района несколько встреч с представителями садоводческих товариществ. На них обсудят проблемы СНТ и попытаются совместными усилиями найти пути их быстрого решения. Такой подход позволит наладить взаимодействие между надзорными органами и товариществами, что, возможно, поможет снизить количество проверок и улучшить состояние территорий. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.